don't want you to be mean. Now baby, I didn't mean no harm. I just want you to be free. Now baby, from dusk till dawn. And if you look into my eyes, I will carry you away. Latte macchiato. Это слишком просто для меня. Что значит слишком просто? Я готовлю кофейные коктейли, которые освобождают скрытые желания. Ну хорошо, попробуй осчастливить меня своим навороченным коктейлем. Я не готовлю навороченные коктейли. Слушай, бармен. И я не бармен. А кто? Бариста. Может, хватит испытывать меня на толерантность, бариста? Карт Нуар представляет сеансы психоанализа за стойкой кофейного бара в сериале «Рецепты желаний». Эпизод 4. Укрощение строптивой. Раздави его сама. Тебе это нужно. Ты роскошная женщина, что мешает тебе наслаждаться жизнью? Сегодня твой мужчина сказал тебе адью. Прощай. Я не думаю, что это касается кого-то, кроме меня. А, ясно. Лед. И за последний месяц это уже третий? Четвертый. Кофе и карамель. Но кого-то из них ты сама попросила исчезнуть? Конечно, попросила. Слушай, какое твое дело? Просто приготовь этот чертов коктейль и все. Хочешь коктейль? Отвечай на вопросы. Я твой психоаналитик. И зови меня доктор Бариста. Бариста Фрейд. И ты собрался меня лечить? Я уже это делаю. Ладно, упорный доктор. Спрашивай. Все эти мужчины успешнее, деловее, состоятельнее? Естественно. Итак, твои отношения с мужчинами быстро заканчиваются? Ну да. Мы цапаемся из-за всякой ерунды. Может, мне нервы стоит подлечить? Дело не в этом. Они привыкли получать свое. И ты тоже. Никто из вас не хочет уступать. И что? Вы не совместимы. Скажи, зачем тебе богатый мужчина? Тебе нужен веселый мечтатель, куча детишек. Простое женское счастье. А возможно, в этом что-то есть. Найди себе мужчину без лишних амбиций, но с фантазией. И с ним осуществляй любые желания. Вот твой коктейль. И не вздумай пить его одна.